Всем-всем привет, с вами Кейн, и сегодня мы продолжаем проходить Синси 3 Тибериум Варс. Сегодня мы отправляемся в Сараево. Нам предлагают спланировать и провести операцию по штурму главного храма Нот в Сараево. Окей, давайте посмотрим брифинг. Наконец-то! Момент, которого все ждали. Шанс покончить с завывателями раз и навсегда. По последним данным, Кейн скрывается в главном храме Нот. Это настоящая крепость. К тому же, ее закрывает какое-то защитное поле. Попробуйте. Задача не из легких. Но если вы сумеете обезвредить эти ионные вышки, мы вобьем последний гвоздь в гроб братства Нот. Не подведите нас? Окей. Так, не надо мне второй раз брифинг, давайте начнем. Поступило сообщение. Генераторы искажающего поля могут обеспечить защиту от ионного орудия. Их следует уничтожить, и тогда мы победим Нот. И всего лишь уничтожить генератор? Это просто. Обнаружен противник. Новое задание. Следует русский центр Нот захватить. Так, ладно, давайте еще раз чистим вот здесь территорию. И будем строить базу. Нам дали МСЦ. Движемся! Потеряно. Наступаем! Есть! Так, там же потеряли. Так, где мой МСЦ? Строители на связи. Расворачивать базу будем где-то вот здесь. Вот так! Жми! Объект атакует. Ай-яй, все-таки они его уничтожили. Винтовки к бою! Вижу противника! Что, есть дело? Дело есть, да. Разворачивайся. Строиться. Будем строиться, на самом деле. Отряд готов. А? Винтовки к бою! Вас понял, так, а теперь идем! Уничтожить, быстро. Объект атакует. Куда надо? Строительство завершено. Так, отлично. Теперь мы будем добывать здесь. Строится. Ставим сразу электростанцию. Вот здесь, наверное, где-нибудь развернем этот строительный модуль. Понял. Точнее, ремонтный модуль. Не теряем времени. А, это будет наша первая оборона. Чинись. Ремонт. Так, его надо, конечно, защитить. Здесь. От вот этих вот Хода. Ракетчиков. Электростанция. Объект атакуют. Доступны новые постройки. Строится. Что тут со зданиями? Здания, похоже, эти не занять, потому что они все почти уничтожены. Уничтожены практически полностью. Броня крепка. Мамонт готов. Но это нас не интересует. Мы сейчас будем сидеть здесь. Строительство будем завершено. Развивать нашу базу. И... тихо, пока мирно сидеть, да, пока нормально не разовьемся. Строится. Как только у нас будет более-менее хорошо вооруженная и охраняемая база, мы пойдем в атаку. Подготовка. Так, что мы тут можем строить? Ничего полезного пока. Комбайнам еще один не помешает. Строительство завершено. Платить больше Тибери, чтобы не возникало проблем с ресурсами и так далее. БТР к бою готов. Так, БТР это хорошо. Так, нет, пехота, БТР, пожалуй, где тут подходы? Вот здесь подход один к базе. Где-то еще отряд Чего? Пехоты был. Нам туда. Видимо, мы его потеряли, второй отряд пехоты. Хотел построить здесь небольшие бункеры с каждого подхода. Марш! В окопы! Да ладно, придется строить нам, похоже, бараки. Строительство завершено. Да, поставим сюда бараки, сделаем подготовка стрелков и захватим вот здесь вот точку тоже для защиты. Стрелки, смирно, командир! Докладываем! Отряд, сюда! Вас понял! И, в принципе, понятно. Все... Ой-ой-ой. Все три точки подхода к нашей базе у нас объект более-менее атакует. Защищены. Здесь, правда, на нас кто-то нападает, на но напали. Я думаю, они быстро с ним разберутся. Ракетчик Подготовка. Нам нужны.
Слушать всем! Все к бою готовы! Штаб построен. Внимание! Слушать всем! Все к бою готовы! Укрытие! Мы уже прибыли! Найдем лазейку! Верно! Команда в сборе! Страшно связи. Так, что у нас тут по БТРам? По БТРам нам тоже нужны еще одни ракетчики. Строительство завершено. Подготовка. На базу напали. Объект атакуют. Не хватит энергии. Доступны новые постройки. Танк, это серьезно. Похоже, никто не собирается давать нам тут развиваться нормально. Нужно атаковать. Атаковать уже нон-стопом. Строится. Окей, как хотите. Мы расширим нашу базу так, чтобы закрыть вот эти все проходы турельками. Строительство нам, завершено. В принципе, это сделать несложно. Объект атакуют. Строится. Техцентр только нужен. Мамонт слушает. Поворачивай. Возвращаемся. Что приказ? Слушай мою команду. Страшно связи. Командир, к штурму готовь. Внимание. Обнаружен так. Противник. Противник обнаружен. У нас строится. Построим здесь оружейный склад и начнем вот с этой стороны устраивать турельки, чтобы нас туда не атаковали. Строительство завершено. Так, вот оружейный доступны склад. Новые постройки. И вот орудие страж. Строится. Электростанции, конечно, понадобится очень много для того, чтобы все это оборонять. Атакуют. А с этой стороны будем ставить центр. Да-да-да, я, конечно же, предполагал то, что у нас кончится электричество, и к этому, в принципе, готовы. Строительство завершено. Строится. Обнаружен противник. На базу напали. Больше всего пока атакуют с этой стороны, как ни странно. Строительство завершено. Итак, продолжаем. Так, что у нас творится? Нет электричества. На базу напали. Строительство завершено. Строится. Объект и к нам то сюда идут враги. Окей, ладно. Что мы, собственно, будем делать? Первым делом, естественно, мы... Строительство завершено. Продолжим защищать свою базу. Нам нужна полная защита от всех этих их атак. Турельки, да. Так, нет, не сюда только надо. Хотя не сюда. Обнаружен противник. Они, конечно, идут он камикадзе, но... Камикадзе тоже не вечно, и против них мы поставим стражевую. По-моему, вообще вот с этой стороны больше всего идет пехоты. То есть строится. Тут ставить вот эти вот орудия страж смысла мало. А вот здесь как раз таки в этом смысл есть. Потому что есть что пехота. Так, мамонт, ты где был? Только вперед. Наверное, вот здесь. Строится. Также у нас ресурсы вроде бы добываются, и комбайнов у нас вроде бы две штуки, строится. Но у нас не хватает обогатителей. Да, знаете, комбайнов тоже две штуки не помешают. Вот здесь теперь и вот здесь теперь. То есть теперь на карте достаточно много. Так, электростанция мы уже можем, в принципе, улучшать, но... Ну что там? Пока этого делать, похоже, не будем. Так, почнем этот данк пока. Ой-ей, что-то у ребят совсем битые. Вам, на самом деле, отойти бы отсюда. На базу напали. Есть! Отряд готов! Стрелки, вперед! Приостановлено. Мне нужно 100 монет. Понятно. Срочно. Здесь, а где-нибудь сбоку, мы сделаем бункер. Это знаете, что то есть числа моя хата с краю, ничего не знаю. Вот для этих двух ракетчиков они такие битые все. И я думаю, там бункерок им такой не помешает. А, и еще нам нужно срочно улучшить электростанцию, потому что энергии у нас совсем нету. А постройки там уже на подходе кое-какие. Строительство завершено. Строительство завершено. Ставим обогатитель. Недостаточно средств. Денег будет больше. Строится. А стражевые пушки нам нужны с этой стороны, а здесь орудие страж побольше. Так, где мои ракетчики? Объект атакуют. На базу напали. Так кто там на меня нападает постоянно? Дайте поставить.
Строительство завершено. Смотрите-ка, что когда выступает. Эти турельки да не достают. Командир. Что их с гранатами там закидают. Обнаружен. Да, отлично. Здесь вроде все хорошо, но на самом деле еще одно орудие страшно помешает. Что мы будем делать? Нам на самом деле нужна авиация. Бомбардировщики, да, и к тому же довольно много. Чтобы... Строительство завершено. Защитить здешнюю местность. Подготовка. Строительство завершено. Защитить. Зачистить здешнюю местность от присутствия нодов. Поэтому будем строить авиабазы. Доступны новые постройки. Сюда. Обнаружен противник. Что у нас тут происходит? Тут, в принципе, ремонт. Ничего хорошего тоже не происходит. Ремонт. Нас атакуют. Причем нон-стопом. Подготовка. Ястребы нам нужны. И желательно улучшенные ястребы, которые уже смогут... Команда в сборе! Которые смогут делать вертикальный взлет. Объект атакует. Ястреб к бою готов! Танк, это серьезно. Так, танк. Бронетехника привязан. Отправляемся. Пехота здесь. Вперед! Хорошо, что здесь. Давай здесь готов сделаем. Да, сэр. Обнаружен противник. А это все так дружно, там падки достают. Пойдем на перейку. О, и сюда пошли, да? Ремонт. Мама слушает. Объект атакует. Ястреб к бою готов. Повышение. Отряд смена! Ястреб к бою готов! Так, для вас? Мы здесь! Залежи тебе ребята. А зачем мы это можем сделать? Отправить их в это сооружение? Что дальше? А, они могут занять оружие? Ну, да ладно, прикольно. Только смысла, конечно, это маловато, но да ладно. Кстати, я раньше сколько играл, никогда не знал то, что его можно занять. А здесь на самом деле беда маленькая происходит. Готов? Он будет мой! Сломали. На передовую. Ремонтный модуль пытаются мамонта сломать. Это плохо. Надо еще один ремонтный модуль. Даже, наверное, две штуки их сделаем. Поставим вот сюда, потому что без ремонтного модуля тут будет совсем не сладко. И электростанции, конечно, нужно. У нас 5 нехватка энергии, но к этому мы уже начинаем потихоньку привыкать. На базу напали. Так, а для вас у меня есть работа, на самом деле. Вот здесь где-то... Комбайн атакуют. Обнаружена база врага. Цель захвачена. Вся в норме. Так, одна, вторая. Все вроде бы нормально. Объект атакуют. Приостановлен. Уходи, уходи, уходи. Уже в пути. Чем так срочненько? Есть. Полное отступление. Мне вот добить хотят. Добьют? Нет. Добились это. Что ж, ладно, где мои ремонтные модули? Вот он один. Где вот будет второй? Мост? Здесь не теряем времени. Строится. Понял. На базу напали. Ремонт. Ремонт. Строительство завершено. Ну что, как там? Комбайн атакует. Понятно, что происходит, тоже ничего хорошего. Осторожно. Ну так будут всех подчинить, если они, конечно, доедут до базы. Это должно, конечно, доехать. Ой, ну куда, куда? Стой, 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 вернись. Объект атакуют. На базу напали. Хозяйки нет, я приступаю к сбору. Идите-ка чинитесь. Понятно. И вот это там на тоже штурм! Что-то исправить. Бронетехника, вперед! Зажимают нас. Нужно хранилище. Но мы уже свои вылазки на самом деле так делаем. Точно. Здесь обелиск. Да-да. Обнаружено. Ну вот, разбомбим. На базу напали. Денег у нас, в принципе, достаточно. Что мы будем делать? А на первое противник. Время штурмовиков сделаем. Побольше. Нет, ну 10 отрядов, отмена. Конечно, слишком уже много. 5 отрядов, думаю, нам хватит. Объект атакуют. Готов!
Ястреб на связи. Ремонт. Все под защитой. Штурмовики готовы. Развернем еще один ремонтный модуль, как-то их там много наступает. Обычная работа. Здесь поразворачивается. Поживее! Штурмовики готовы! Обнаружен скрытый объект. Улучшение. Строится. На базу напали. Так, улучшение для штурмовиков. Что мы можем сделать? Строительство завершено. Позитивная броня, сканеры нужно будут. Будем бомбить ихние добытчики Тиберия. Ихние, я имею в виду нодовские. Бомбы готовы! Так, бомбы-то готовы, но что-то от вас эффективности маловато пока. Район. Он уже наверняка починил, на самом деле, вот этот вот, вот этот обелиск. Обнаружено база данных. Строительство завершено. Ионное орудие выходит на орбиту над Сараево. Вам следует оставаться на связи. Строится. Штурмовики готовы! Подготовка. Ионное орудие выходит? Ну, это неплохо, на самом деле. Ионное орудие нам все пригодится, готово. Да. Аккуратнее с ним. Так, хорошо, аккуратнее осторожно. Идите чинить. Это нет? Тоже что-то неподчиненное. Фильтр в норме? Зачем вообще ходите туда, когда можно отправляться... А, там далеко. Слышу. Ионное орудие вышло на геостационарную орбиту над Сараево и готово к работе. Команда в сборе! Поступило Я сообщение. Очень рад, на самом деле, для то, что Для управления теперь... ионным орудием следует построить центр управления. Ага. Построим. Теперь доступен центр управления ионным орудием. Да, это, конечно, хорошо, экипаж только вот... Понятно. Денег у нас маловато на данный момент, чтобы строить его. Я думаю, укажите это маршрут! Верно. Штурмовики за мной! Надо проверить. Я так, на ребят, связи. Почему вы не работаете? Бомбы следует? Готовы! Вроде бы вы должны бомбить. Понял. Обнаружен противник. Так сказать, автономно их нет. Возвращаемся. Потеряно. Эх, потеряли одного. Жаль. Подготовка. Обнаружен скрытый объект. Кто знал, что я там у нас так вот так собираю? Я, если честно, не знал. Для меня это стало сюрпризом. Ремонт. Повышение. Ох уж эти черные братья, а. Ну да ладно. Комбайнер. Есть. Думаю, пора можно на базу. Возвращаться с работы. В принципе, мы вас починили полностью. А, и он на орудие строится. Что у нас с бомбардировщиком? Видимо, они будут готовы еще не скоро. Давайте идем. Отправим пока вот эти вот отряды. О, это твой! Дави их! Время, время! Штурмовики за мной! Куда мы их отправим воевать? Надо Никуда проверить. Мы их не отправим воевать, мы отправим их защищать, время, на самом время. Деле, наши... комбайны. Харвестеры, хотел называть. Харвестерами, да. Потому что, собственно, оттуда идет много техники. Нодовская. Верно. И эта техника нас... Нам мешает. Серьезно, команда мешает. В сборе! Подготовка. А вторые... Строительство завершено. Сделаем еще один такой же отряд, отправим их туда наверх, чтобы они защищали. Тоже, собственно... Задание выполнено. Так, ионное орудие готово. Отлично, очень. Ионное орудие подключено и готово к использованию. Давайте проверим. Обнаружен противник. В первой миссии нам еще давали с ним поиграться. Вот снова дают. Что сделать? Комбайн потерян. Ох, вы за это заплатите, ребят. Объект атакует. Это твой! Дави их! Все? Желающих Поехали. Больше нету? Развернуть невозможно. Вы назвали? Так, отлично. Тут отряд на страже порядка, на самом деле. Строится. Комбайны работают, все нормально вроде бы, ну, денег почему-то у нас по-прежнему не хватает. Причем так довольно значительно. Ну да ладно. Думаю, это вопрос времени всего лишь.
почему все идете вот на этот обогатить? Тут же их три. А, ну это типа занят. Окей, ладно. А этот почему? Можешь сюда? Давай сюда. Может он. Так, что с моим бомбардировщиком? Бомбардировщики готовы. Вперед, полетели. Будем бомбить. Ястреб к бою готов. Обнаружена база врага. Цель захвачена. Разбомбим ближайший, пожалуй. Отлично. Что я сделать? Не понял одного момента. Зачем мы могли посадить вот сюда штурмовиков? Штурмовики готовы. Вот этих можно садить сюда не можем. Верно. Может, можем туда раненых посадить? Где у меня раненые штурмовики? Вот здесь же. Мы здесь. Убили. Окей. Объект атакует. Ястреб к бою готов. Ремонт. В норме. Обнаружен противник. Серьезно, это такая атака, но... нам не особо она страшна. Фарса! Полетим вот сюда. Обнаружена база врага. Смотрим вот эти вот ионные. Ионные, так сказать. На базу напали. А эти обелиски? Объект атакует. Повышение. Понятно. Еще один ремонтный модуль нужен. Подготовка. Верно. Слушаю! Ионное орудие готово. Укажите маршрут. Ястреб в пути. Зря они, конечно, тут стараются. Тут, в принципе, стоят модули, которые усердно чинят нашу технику. На поэтому там прорваться новый они смогут. Курс. Было бы вас гораздо понял. Более эффективнее с этой стороны прорваться с других направлений. Но они так не считают. Так, тут мы, по-моему, уничтожили. Здесь еще осталось одно, да? А ионное орудие вот там применять цель. На самом деле пока не можем, потому что тут стоят вот эти вот щиты, они очень сильно мешают. Объект атакуют. Страшно связи. Да убей ты вот эту вот гадость. У меня все с собой. Куда надо? Стоит там, постреливает что-то. Все, разворачивается. Здесь ждет отлично. Приказ. Штурмовики готовы! Все спокойно. Форсаж! Вас обнаружен понял. Противник. Обнаружена база врага. По низу пошли, ты глянь, а? На базу напали. Все готово. Так, иди-ка наверх. Атакуют. Комбайн атакуют. Ну зачем? Нет. Все равно он делает этих комбайнов, ребят. Очень много-много. Хорошо. Для меня это даже не потеря. Осторожно. Вот это уже будет плохо, если мы это чувствуем. Некогда отдыхать. Укажите цель. Только сюрприз. Ой-ой, не бегайте, не бегайте. Ну, пожалуйста, притормози. Объект атакует. На базу напали. Отлично, их всех убило. Там. Новое задание. Комбайн атакует. Что-то тут зверство смотрит. Обнаружен скрытый объект. Повышение. Недостаточно средств. Целюсь! Бронетехника, вперед! Как-то это было очень больно на самом деле. Да ладно. Что у нас тут? Ремонт. Хижина сейчас мутантов. Подожди. Аккуратнее с ним. Может и захватим. Так, что у нас с отрядом наших штурмовиков? Вот мы они, здесь. Штурмовики. Надо проверить. Пошли. Проверим, что там происходит. Так, что это приказов? Так, надо починить. Что сделать? Время, время! Смотрите-ка, он самый такой больной, Милухи! Самый подбитый и быстрее всех бежит. Шевелись. Весело. Обнаружен забавно, по крайней объект. Мере. О, нет, бомбардировщики. Мимо? Мимо, мимо, мимо. Отлично. Штурмовики за мной! Обнаружен противник. Это работа. Ой, черные братья, ну только не вы. Вы тут совсем мне не кстати. Тяжелая артиллерия ГСБ, наносящая огромный урон с дальней дистанции. Строительство завершено. Имейте в виду, что снайперы могут указывать джаггернаутам цели обстрела. На военном заводе доступны джаггернауты. Потеряно.
приостановлено. Отмена. Подготовка. Это очень хорошо, что мы атакуем. Команда в сборе. А это пригодятся. Мы здесь. Прикроем эту лавочку. Обнаружим этот приятный. Этот не жилет. Теперь понятно, как это, собственно, все теряем. У них появилась авиация, и они активно и пользуются. В норме. Ястреб в пути. Знаете, в чем прикол? В том, что у меня тоже авиация на самом деле есть, и сейчас я применю ее против вас. Пожалуй, попробуем против одного из вот этих вот щитов. Там, правда, есть ПВО, но это не так страшно. Может быть, и так страшно. Давайте попробуем добить. Шагернаут готов. Строится. Недостаточно. Есть приказы? Фраг! Обнаружен противник. Обнаружен скрытый объект. Потеряно. Не добили. Очень жаль. Понял вас. Иду к цели. Верно. Так, отсюда они не идут. Надо на самом проверить. Деле уже этот отряд, поэтому тут бессмысленно. Точнее, его стояние Бегом. На этом месте бессмысленно. Ой-ой-ой, тут у нас вот что осталось, да? Ионное орудие готово. Укажите цель. Ионное орудие активировано. Как-то я про это и забыл. Строится. Думал, вы что назвали? Уже все уничтожены. Бегом туда! А обелиски? Казалось, что стоит один. Обнаружен скрытый объект. Штурмовики, подготовка. Давай. Строительство завершено. Объект атакуют. Шевелись! Не глухие! Так, кого-то атакуют. Шевелись. Обнаружен противник. Обнаружен база врага. Прикроем эту лавочку. Бля, что тут стоит-то? О, да! Новое задание. Этот не жилец. Они умрут. Дави их! Этот не жилец. Это работа. Объект атакует. О, да! У меня все коды. Обнаружен скрытый объект. Ну, да, штурмовики вот такие вот достаточные молоды, чтобы против самой сильной нодовской шагающей техники. Они прям воюют спокойно. Так, вот здесь не остановится, интересно, или вроде бы нет. Ты серьезно испытываешь мое терпение? Только посмей поднять руку на величайший из храмов, я лично разыщу тебя и прирежу. Прирежу, как последнюю свинью. А разве это не часть твоего плана? Ой-ой-ой, Толя, ладно, молчу. Прикроем. Сколько эту ты можешь лавочку? Производить этих мародеров? На базу напали. Давай, когда у меня тут, конечно, качаются роды. Ой-ой-ой, что тут происходит? Комбайн атакуют. Куда попрятались? Качаются мои войска, но это меня не очень радует, на самом деле. Идем. Дави. Надо ломать уже. Мало не покажется. Заводы. Прикроем эту лавочку. Производить их нон-стопом просто. Мне не радует. Надо проверить. Еще один раз сломать. Этот не жилец. Да ты что? Атакует. Прикроем эту лавочку. Повышение. Одного они даже сюда подослали. Это начинаем. Очень на самом деле хорошо. Пригодится. Ремонт. Дать тут нам все сломать. Но сейчас это уже для нас не столь важно. Джаггернаутик. Давайте тоже в бой. Иду к цели. Верно. Шагом. Ой, они вызвали... Прыжок. Что-то вызвали. Хорошая, им нужна цель. Поддержка. Обнаружен скрытый объект. Ребятам. Ионное орудие готово. Ремонт. Чего ждем? Перемещаемся. Я не знаю, чего ждете. Идите. Я сама смерть. Обнаружена база врага. Объект атакует. Обнаружен противник. Это была плохая идея. На базу напали. Укажите цель. Укажите цель. Так. Укажите цель. Потеряли мы все наши. Укажите цель.
Держитесь! Жду всех приказа. Наших штурмовиков подошлем подкреплению сейчас. Там очень-очень много довольно неплохих войск. То есть мародеры. Я хочу их захватить. Мне нужны инженеры для этого. Я их отправлю всех вот сюда. Штук 9 нам вполне хватит. У меня все коды. Так, и... Да, сохранимся, пока тут все довольно хорошо. Вы назвали? Идем! Они умрут. Обнаружен скрытый объект. У меня все коды. Мало не покажется. Туда! У меня все коды. Будем ломать тут абсолютно все, что тут есть. Качать, собственно, наш вот этот отряд штурмовиков. Командир. А их будут прикрывать, что от воздуха, вот это вот еще второй отрядик. Ну же! От воздушных атак. У меня все коды. Объект атакует. Ой-ой-ой. Надо проверить. Черные братья. Нет, только не вы. Я вас ненавижу. Обнаружен скрытый объект. Этот не жилец. Вот да! Этот не жилет. Кстати, мы по-прежнему не можем сюда бить ионным орудием. О, да. Это довольно печально. Туда. Повышение. Укажите цель. Правда, можем такую запоевалку. Укажите цель. Объект атакует. Когда выступаем? Ай-яй-яй, все мои инженеры идут тут, ты глянь. На базу напали. Строится. Мы их теряем, естественно. Понятно. Ремонт. Беда, в общем. Строительство завершено. Ремонт. Подготовка. Что ж, ладно, план захвата мародеров не очень удался. У меня обнаружен скрытый объект. Бейте! Я двое смотрю, как выжили и даже смогут отхватить вполне. Мародер, приближаюсь. На базу напали. Объект атакует. Повышение. Кто на базу напал? Опять бомбардировщики? Начинаем. Сейчас заработает. На самом деле, я планировал закончить миссию гораздо быстрее, но... Что-то у нас маленько не сдалось. Сделали много ошибок. Вас понял. Авиация тут нас достает. Строится. Строится. К взлету готов? Мародер. Им конец. Строительство завершено. Боевой строительство режим завершено. Вперед. Взлета готов. Путь чист. Обнаружен противник. Объект атакуют. Недостаточно средств. Так, инженер туда, я так понимаю, потеряно. Не дошел, комбайн да? Атакуют. Подготовка. Блять, так я не уследил маленько за ним, где он там находится сейчас. Ну да ладно, неважно. Что у нас тут атакует? У нас тут авиация мучает нашу. Все, под контролем. Черные братья. Ну, черных братьев может только мародерами, да. Так, если что, раздавить. Их попробовать раздавить. Объект атакует. Уничтожить. На базу напали. Убить. В пыль. Взлёта готов. Да умри ты уже. Взлёта готов. Смотрите, какой живучий. Взлёта готов. Чёрный братец. Вперёд. Готов. Что ж, ладно. Попробуем уничтожить им электростанции. Пригодится. Курс задан. Но ПВО все равно продолжает работать, цель. Да? Жаль. Объект атакует. Добейте хотя бы генератор тогда. Обнаружен вражеский командос. Укажите цель. Так точно, бомберы в пути. Бомберы. Так, все инженер, готово. Вперед, захват. Постройка захвачена. Хижина мутанта. Новые постройки. Захватив задание эту постройку, выполнено. Сможете брать на службу мутантов. Данные очень я обновлены. Рад. На базу напали. Эффективная пехота, эффективно против задание пехоты противник. И авиации. Уничтожен немного один отряд, генератор искажающего отряд. Поля. Осталось два. Что у нас тут лежит? Тут лежат наши джиггернауты. Мы умрем за тебя. Так. Укажите цель.
Угу. Умрем за тебя. Укажите цель. Обнаружен вражеский комбайн. Тут же больше защиты у вас теперь нету, да? Ионное орудие. Добро пожаловать в мой мир. Что-то могу вам сказать. Бом? Отлично. Объект атакуют. Обнаружен скрытый объект. На базу напали. Выполняю. Ремонт. Строю. Ремонт. 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 Все пригодится. Объект атакует. Да. Майк, они хотят его уничтожить все-таки. Того мародера. Только смысл в этом, у меня тут еще инженерчик есть, я его воскрешу, если что. Жду указаний. Понял вас уже, пути. Восстановлено. Так, я с воздух поднял. Подготовка. Все, не скажу, что плохо, но не очень хорошо. Объект атакуют. Наши джиггернауты потихоньку умирают. Слушаю вас. Касатка на связи. А как будто мы новым отрядом в контр 0. Есть. Давайте избавимся от надоедливой, наверное, авиации нот. И уничтожим, собственно, вот этот авиазавод. Понял вас уже в пути. Тут где-то наверняка у них есть ПВО. Да, осталось там же ПВО. Обнаружен противник. Ну, я сомневаюсь, что это мешает нам. Объект атакует. Укажите цель. Потеряна. Постройка. Отлично. Нас будут помнить вечно. На базу напали. А что там? Они другие? Не отступать! Объект атакует. С кем там сражаются? Друг друга что ли убивают? Да, смотрите, как они друг друга убивают. Ребят, что с вами не так? У вас бунт что ли? На базу напали. Какие-то странные эти ребята на самом деле. Я от вас такого не ожидал. Чем сами себя добиваете? На посадку. Так, ладно. Укажите цель. Готовимся к высадке. Давайте сбросим небольшой воздушный десант. Так, что у нас тут происходит? 5 авиация. Надоедливая авиация нот. Страшно связи. Оружие к бою. Москиты. Действительно, знаете, москиты. На базу напали. Потеряно. Объект атакует. Понятно. Замечательно. Просто отлично. Мы опять потеряли. Ионное орудие готово. Наша очередная атака захлебнулась. Ионное орудие активировано. На базу напали. Отлично. Обнаружен противник. Ремонтный модуль. Надо развернуть все здесь. Не теряем времени. Укажите цель. Держитесь. Обнаружен вражеский командос. Командос? Вражеский? А, вот он, смотрите. Ой, как мы неудачно их скинули. Команда в сборе! Сейчас просто разберу. Да. Эх, я ладно. Будет аванпост. Ремонт. Ремонт. Ну, все идет. Да хорошо, конечно, как хотелось бы мне в этой миссии, но... А у нас есть ионное орудие, у нас есть, в принципе, все для того, чтобы потихоньку уничтожать ихнюю базу. У нас есть ресурсы. Подготовка. Хотя, знаете, нет, мы не будем так делать. Приостановлено. Отмена. Обнаружен противник. Давайте сделаем танк. Обнаружен вражеский командос. Под командос вражеский меня совсем не радует. Все под контролем. Очень его знал, срочно убить. Мамонт в строю. Пойдем мы в атаку танками, да.
сделаем штук 6 мамонтов и пойдем ими. Они и авиацию, если что, уничтожат, и технику, и все остальное. Ну, против пехоты слабоваты, но... А, я надеюсь, не выдержат. Там, кстати, у них ядерная ракета стоит. Удивительно то, что они ее не используют. Мне было бы крайне неприятно получить ядерную ракету куда-нибудь вот сюда. Так бы я потерял все обогатители, все электростанции. Возможно, вот этот завод. Да ладно. Может быть, она там для кого-то особого случая припасена. Подкрепление готово. Мамонт в строю. Строится. Недостаточно средств. Я так подумал и решил то, что мне нужны обогатители где-нибудь в более безопасном месте. Чтобы, если что, не получить по базе такой заряд ядерный реально. Это будет неприятно. Так, а что вот эти за задания? 1, 2, 3. Захватите, захватите. Подскажите команду уничтожить мародер. Ну, мародер мы уже вряд ли уничтожим, потому что, по-моему, мы уничтожили все их заводы. Орудие готово. И командосы тут уже не появятся. По крайней мере, не должны. Укажите цель. Орудие готово. Ну, я даже не знаю, куда его ударить. Наверное, вот сюда вот ударить. Ионное орудие активировано. Обнаружен противник. Отлично. Объект атакуют. А нет, вон, смотрите-ка, мародеры-то идут. Объект атакуют. Ремонт. Что скажете? Потеряно. Строительство завершено. На базу напали. Строительство завершено. Недостаточно средств. Размажем. Подготовка. Ладно. Все у нас упирается, на самом деле, в ресурсы. Я не понимаю, вроде бы настолько теперь добывается со всех точек, но с ресурсами все равно проблема. Приостановлено. Отмена. Подготовка. Опять сломали наш ремонтный модуль. Устроим вечеринку. Кто это сказал? А, ты? Я тут. Командос? Уже там. У меня все коды. Ну, отлично, первый? Надеюсь, ты умеешь воевать. Пока. Объект атакует. Хотя бы против пехоты. Обнаружен. Не часто командос. Использовал командос в нот. Что он, в принципе, у меня умеет, все коды. Я не в курсе. Шагающую технику уничтожает. Ну да. Ладно, где мои инженеры? Приказывайте. Вот один. Сейчас заработает. Ремонт не требуется. Ой-ой-ой-ой-ой. На базу напали. До связи. Дальше пошел. Во время. Там чисто. Объект атакует. Давай, вот. Мантас убивают. Спасать. Иду. У меня все с собой. Понял. Пригодится. Все, отлично. Иди захватывай. Я второй инженер. Вот он. Сейчас заработает. Где развернемся? Развернемся мы где-нибудь вот здесь. Как раз таки надо мамонтов починить. Сейчас два мародера у нас будут. Восстановлено. Оружие к бою. Ремонт. Ремонт. Мамонт слушает, выдвигаюсь. Еду. К бою готов. Так, что там с нашим танком Рашем? Подготовка. И у орудия готово. Вот что для этого надо. Больше мамонтов. Приостановлено. Отмена. Наверное, построим еще один завод. Строится. Потому что так это все будет делаться довольно долго. И вдобавок там мамонтов, конечно, лучше бы улучшить. Минометы. Орудие Гаусса.
Хищники мамонт, да, увеличивает нас его урон. Сотный корректор, очень бы, кстати, нам пригодился. Разведывательный зонд. Нет, не надо. Слушаю вас. Строительство завершено. Тут у нас одна касатка. Обнаружен противник. Объект атакуют. Подготовка. На базу напали. Ракета к бою. Система в норме. Ой, кажется, эта касатка уже не долетит. Да. Боевой недостаточно режим. Средств. Ремонт. Укажите цель. И он на орудие у нас опять готово. Но пулять нам его уже особо некуда тут. Это все уничтожено. Это нам надо захватить. Я готов. Окей, ладно. Думаю, как у нас будет готово орудие Гаусса, так мы отправим мамонтов, собственно, воевать. Мамонт в строю. Итак, продолжаем. Что, собственно, у нас тут осталось? Мы делаем мамонтов. У нас их уже 8 штук. И, собственно, их апгрейдим. Орудие Гаусса. Будем установить на все эти мамонты, чтобы, собственно, у нас были достаточно... мощные, объект пока атакует. У нас самые обычные пушки на этих мамонтах. Ой-ой-ой, что я делаю? Отлично, ладно. А, у нас довольно фейловая, на самом деле, серия получается. Это Сараево преподнесло нам много боли. Мы много раз пытались уже сюда проникать, много раз атаковать. И все это время мы терпели... довольно такое сокрушительное поражение, потому что, да, по разным, на самом деле, причинам, но больше всего мы, конечно, потеряли тут авиации. Так, ладно, ребята, а почему все еще сюда есть? Ну, тут же есть, конечно, насчет Тиберии, кстати, почему-то я его выделить не могу. А вот этот могу. Там его мало. А наверху много. Ладно, осталось чуть-чуть, на самом деле, доапгрейдить орудие Гаусса, и можно будет наступать. Тут два мамонта готовятся, тут... давайте подождем вот этих двух мамонтов уже крайних, чтобы их было... мамонт готов. 11. И направимся на базу к ним. У нас также тут есть 3 дополнительных здания. То есть захватить вот эти вот 2 постройки. И еще одно здание звучит так. То, что мы должны командосом уничтожить... мамонт в строю. Уничтожить мародера. Но командоса, похоже, мы где-то потеряли. Я, на самом деле, даже не обратил внимания, где. Отмена. Ладно, отменяем вот эти последние мамонты. Нам хватит этого отряда. Вполне. Их 11 танков, это... уже в пути. Это много, действительно много. Сейчас у них появится орудие Гаусса, и вот она появилась, и теперь еду. Это действительно грозная машина. Обнаружен противник. Противник, ну вот, поэкспериментируем на этом противнике. Это самое страшное, это ракетчики, конечно же. Уже в пути. Ну, сейчас мы подкопим денег, если что, мы скинем к ним с воздуха подкрепление. Думаю, этот танковый раш, ну это, конечно, не раш, то есть всего лишь 11 танков, раш это, ну лично в моем понимании, это 20 танков, если мы идем. Уже в пути. Это так, простая атака. Танковая атака. Правда, такая медленная, это что просто жесть. Да ладно. Обнаружена база врага. Ой, у вас стрельки еще остались, что ли? Ну это не надо. Движемся! Прям пойдем сейчас сквозь стены. Ломаем стены. Вполне можно, если позволить. У нас большая живая мощь. Там что-то еще не совершенствовано. Еду. Там мало кто сломали. Приятно. Клочья. Так, нам нужно 2 инженера. Подготовка. Раздавить, уничтожить, да. А мы, конечно, вот сюда для начала заехали на базу. Давайте, ребят. Объект атакует. Обнаружен противник. Начинаем. Так, кто вас там атакует?
Ну, фигня, на самом деле, атакуют, они все равно пошли в обход, но да ладно, в принципе, хорошо. Хотят в обход, пускай идут в обход. Нам мало до этого дела, как они пойдут на самом деле на эту базу. Главное, чтобы они оказались здесь. Вот, вот эту вот постройку нам надо схватить, это исследовательский центр. Картинка у него, конечно, поражает. Ой-ой-ой, ой-ой. Много пехоты. Пехота — это очень плохо для нас. Надо найти казарм и достаточно быстро их уничтожить, потому что... Нас куда-то посылают, хорошо. Вот они, самые казармы, из которых они производят эту пехоту, и... Я хочу их уничтожить, но не так, конечно. Мы туда не пойдем, там, потому что все страшно, там все плохо. Там стоят обелиски. Точнее всего, мы будем вот здесь, мы где-нибудь встанем сейчас, до сих пор до сцены, глянь. Да, вот здесь мы вот так вот встанем, сломаем вот эти вот стены. Кстати, у нас тут есть подкрепление. Давайте вот сюда скинем. Повеселимся. Постройка захвачена. Обнаружили. Размажем. Следующий центр. Так. Теряем тут войска. Странно. Да. Есть. Огонь. Что ж ты уже эти бараки? Подвигаюсь. Надоедливые. Не остановишь. Не остановишь, да, серьезно. Кумахи нахрен остановишь. Объект атакует. Порошок. Куда вот эти... Ребят, ну что вы делаете? Верно. У вас тут довольно четкие распоряжения, насколько я помню, дал. Уничтожить вот эти вот сооружения. Убью одним ударом. Убьешь одним ударом? Идите сюда, лучше мне тут пригодится. На передовую. Ломаем вот эти постройки. Там завод, надо до него как-то... Да... Не-не-не, ты никуда не поедешь. Уже в пути. Ах. Спасем, интересно. Давай на базу отходи. Ты тут уже бесполезен. Объект атакует. На передовую. Я готов. Да, танк страдает. Ой-ой, очень сильно страдает. Не остановишь. Давай, уходи. Мама ведет. Тоже на базу. На передовую. Чего? Я знаю, так, как надо. Так, отлично, ты добежал. А где инженер, который шел за тобой? Еще идет, я так понимаю. Мама, по крайней мере, надеюсь на это. Так. Энергия у них... Там внутри базы у них энергии еще много, на самом деле. Что скажете? Давай, ломай вот это вот. Мамонт, а ты отправишься, наверное, куда-нибудь вот сюда. Нужны хранилища. Хранилища нам нужны? Да ладно, нет. Хранилища нам 100% нужны. Укажите цель. Мы лучше сбросим сюда, наверное, десант где-нибудь. Вот здесь. Держитесь. Вот сбросим. Укажите здесь цель. Вот сбросим. А, снайпер цель. Нет, мне укажите нужны. Цель. Такой десант сбросим. Броня крепка. Так, ломайте вот этот завод, они там танк, танки на них раздавить. Делают. Мне это не нравится. Объект атакуют. Так, инженер пришел. Отлично, можем захватить их перерабатывающий постройка завод. Захвачена. Задание выполнено. Блин, тибериевая бомба. Мамонт слушает. Давай уж, доламывай. Я готов. Отлично. Уже в пути. Еду. Есть. Еду. Там вот здесь кто-нибудь. Мамонтов. Что у нас тут? Отряд? Контр 2. Пуск готов. Мы уже прибыли. Жду приказов. Дороги. Где парковка? Мы идем. Я лучший. Поберегись. Размажем. Задание выполнено. Уничтожен еще один генератор искажающего поля.
Отлично, у нас остался последний, собственно, генератор искажающего поля. И нам его надо как-то уничтожить, да? Вот тот самый генератор. Понял, бомбардировщики. Укажите мы цель. Попробуем схитрить, на самом деле. У нас тут достаточно много всяких фишек для этого. Отлично. Укажите цель. Так. Укажите цель. Так. Укажите цель. Подкрепление готово. И вот так. Угу. И он все еще жив, да? Подготовка. Не очень это меня радует, но... Укажите окей. Цель. Держитесь! Это, конечно, отряд смертников, но он работа. Хотя бы добьет вот это вот сооружение. Недостаточно средств. Задание выполнено. Все, ребят, можете отходить. Были уничтожены все маскировочные вышки. Силовое поле снято. Потеряно. Устанавливаю видеосвязь. Ну что же, я ошибся. Вы смогли захватить храм и очень вовремя. Братство почти закончило разработку тибериевой бомбы. Но мы увели компоненты у них из-под носа. Нам стало известно, что Кейн и его приспешники заняли оборону на нижних, подземных ярусах храма. Штурмом эти укрепления не взять, вам придется выкурить оттуда этих мерзавцев. Скажите, генерал, система противоракетной обороны уже готова к бою? Надеюсь, вы не об ионном орудии. Именно о нем, генерал. Именно о нем. О нем. Вы понимаете, что речь идет о заводе, где вырабатывался жидкий тиберий. Одного выстрела хватит, чтобы заразить этой дрянью весь регион. Сандра, свяжи меня с доктором Жиро. Доктор наш, ведущий специалист в этой области, надеюсь, хоть он сможет вас отговорить. Эта желтая зона принадлежит братству. Каковы бы ни были последствия, они коснутся только местного населения. А их проблемы меня не волнуют. Меня волнует репутация ГСБ и наш народ, жаждущий возмездия за гибель Филадельфии. Ради бога, не приплетайте сюда свою политику. Сэр, доктор Жиро нигде нет. Похоже, его захватили боевики НОТ. Что ж, тогда вопрос исчерпан. Друг мой, покончим с этой мразью раз и навсегда. Поступило сообщение. Получен приказ Генштаба. Применить ионное орудие на главном храме. Итак, нам, собственно, предлагают разнести главный храм, который стал неожиданно невидимым, с помощью ионного орудия. На самом деле, можно его попробовать сломать своими силами, то есть прибегая к ионному орудию, но тут... Так, куда ты поехал? Ну, ты наглядно сейчас продемонстрируешь, что тут на самом деле находится. Хорошо. Вот что тут находится, много обелисков. И... Закрой рот, солдат! Командир, храм в поле зрения! Храм в поле зрения. Да, прорваться, чтобы к самому храму, придется потратить немало войск, времени, на самом деле, и сил. У нас есть легкий путь. Ионное орудие. Ионное орудие активировано. Задание выполнено. Хотя Кейн предположительно погиб под руинами храма, вместе со всем внутренним кругом взрыв жидкого тиберия привел к образованию радиоактивного облака и, как следствие, к выпадению радиоактивных осадков над большей частью Восточной Европы. Пока не ясно, был ли это несчастный случай или же последний террористический акт Кейна. Все, что мы имеем на данный момент, это комментарии исполнительного директора Бойла. Столько невинных жертв. Это ужасно. Но все же и у этой страшной чудовищной трагедии есть светлая сторона. Кейн, наконец, мертв. Теперь все мирные граждане могут вздохнуть спокойно. Да, как-то так. Но на самом деле не все так просто, да.
Ох, мы проходили это здание почти час, 57 минут, 24 секунды, достаточно много, у нас не очень большая эффективность боевых действий. Войск уничтожили 500, потеряли 101. Довольно масштабно, судя по всему. Мы устроили сражение в Сараево, построек противника разрушили 75, построек потеряли 8. Ресурсов там были 233 тысячи. Да, мы выполнили все основные задания, и я хочу обратить ваше внимание, то, что последнее задание звучит как «Уничтожьте главный храм с помощью ионного орудия». А это такой тонкий намек, как нам надо уничтожать храм, и знаете, я, наверное, покажу как-нибудь в виде небольшого дополнения к этой серии, что будет, если мы попытаемся уничтожить храм другими способами. Да ладно. Да, мы не уничтожили мародера с помощью командоса. Не заработали. Как эта штука-то называется? Нашивка или что? Я не знаю, на самом деле, как называются вот эти вот элементы на медали, которые должны тут появляться. Ну да ладно. Разведданные. Ну, я одни разведданные не нашли. Станция слежения только что засекли 6 неопознанных объектов, приближающихся к Земле на околосветной скорости. Похоже, они хотят выйти на нашу орбиту. Откуда они? Неизвестно. Мы отслеживаем их с пояса Кайпера за орбитой Нептуна. Спасибо. Что там, Сандра? Ионное орудие открыло огонь. Кто отдал приказ? Директор Бойл. Смотрите, вот они. В 15:37 по восточному времени 39 кораблей пришельцев совершили посадку в красных зонах по всему земному шару. И если цели их неизвестны, то намерения их для нас вполне очевидны. Запомните, то, что я вам сейчас скажу, проходит под грифом «совершенно секретно». В 2028 году мы захватили высокотехнологичную инфоматрицу. Явно неземного происхождения, но называют ее «пророчество». Мы расшифровали часть данных. Это было предупреждение о будущем нашествии пришельцев. Без сомнения, связь между взрывом жидкого Тиберия и этим вторжением налицо. Но чтобы не связывало ноты пришельцев, нападение подвергли синие и желтые зоны. И похоже, что нот не в состоянии обеспечить их оборону. Поэтому спасать мир в очередной раз приходится ГСБ. Буду откровенен, ситуация критическая. Вы наш лучший командующий, так что вам достанется самая сложная область – Германия. Кирс ведет вас в курс дела. Господи, до сих пор в это не верится. Ладно, вы слышали что-нибудь о Новом Эдеме? Это первая в истории желтая зона, превращенная в синюю. Ее засекретили и расположили там наши лаборатории. В Мюнхене мы проводили подробный анализ деятельности пришельцев. К сожалению, Мюнхен сейчас в кольце блокады, и все лаборатории уничтожены. Однако несколько инженеров выжили. Их сейчас переправляют в Зальцбург, как раз за границей зоны. И вы должны во что бы то ни стало обеспечить их безопасность.
Что ж, спасать Германию от нашествия пришельцев мы уже будем в следующей серии. А тем временем я надеюсь, что вам понравилась эта серия. С вами был Кейн. Всем удачи и пока!